рестораны и кафе. Только люди в галифе стоят у входа. Запускают собак в универмаг, гостиный двор, чтоб видел каждый хулиган, каждый жулик и вор. Что даже если он хитер, он чего доброго не спер добро народа. И акциданты Садко спокойно едут домой, и в их багажниках трясутся рюкзаки с жратвой. Они не курят натощак, а за спиной у них филфак, как может видеть. Дураков.